Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 8-й выпуск 7-го сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля» в Escape from Tarkov. Всем приятного просмотра! Смотри, что тут? Все-таки дверь пробили. Только аварийную стену дальше разобрать не можем. Почему? Потому что у нас нет ксеноморфа. И пару шлангов надо. Я также установил пищеблок. Сюда шланги у меня ушли. Второго уровня улучшил. Медблок второго уровня теперь. Вон что варить можем. Дефибриллятор в их числе, кстати говоря. Ну, кое-что по аптечкам. Здорово. Что еще? Санузел, получается, доварился. Теперь я могу магазин сварить. Но мне нужно будет... Вот это продается прямо, да? Да, это продается прямо. Нужна будет отвертка длинная вот такая. Вот такая тема. Но это все дело наживное. Сегодня я, в общем, планирую не заморачиваться с поиском этих самых саморезов. Сегодня будем квестики делать. Мне нужно убить диких в лесу. Это совпадает с одним из дейликов от егеря. Устранить диких на любой локации 10 штук. Тут у нас капнет немножко лояльности, поэтому я, пожалуй, сделаю это. Есть примерно такой же, но здесь нужен самозарядный карабин Сайга 12 калибра. У меня его нет, к сожалению, и купить я его не могу. И барахолка у меня недоступна. Поэтому молодой, красивый, счастливый, перспективный, пойду в лес. А молодой, красивый, счастливый и перспективный в лесу у нас будет дикий, конечно же. 6 утра, запускаемся. Как всегда, разведывательно, познавательно, любознательный. Выход за дикого сначала. Опачки. О, да ладно. Ключ от медицинского склада в ультра. Слушай, это не тот самый ключ, который напротив теклайта, или как он называется? Это же перспективный ключ. Что получается, домой? 26 минут, дикий мост. Мы на окраине, да? Да, нет. Ну да, это же зеленые ящики, да? Ну да, примерно. Со спавна на зеленых ящиках по стандарту двину в сторону лагерей на холмах и бункера диких. Там набью мешок добром и выйду с локации на диком мосту. Который выпуск подряд. Первый рейд. Опять же сюда. Значит, идем потихонечку в сторону лагерей юсеков. Лутаемся там. И несем все на выход. Дикий мост. Ключик хороший, пригожий. Этот ключик может нам двери волшебные открыть. Все, если никто не помешает мне сейчас, я быстренько битком набиваю рюкзак и разгрузку лутецким. И спокойно выйдем с локации. Ух ты. Понял. Это что, сзади стрелю? Похоже на то. Во. Как-нибудь незаметно постараемся забрать это все. Газаны. Но так, давайте заберем. Не, я здесь задерживаться что-то не хочу. Пойду в следующий лагерь. Может быть, конечно, что это какой-то шальной выстрел. Но что-то с трудом верится.
Нет, тут похоже, что все выгребли, да? Все, да не все. О, ксеноморф. Да, ну, саморезы. Здравствуйте, здравствуйте. Газан еще один, да вы че? Ух ты. Барахолка откроется, продавать начну, такой богатый стану. Так, вот это нам надо на тушенку варить. Это мы сейчас запитоним. Метаболизм 5 уровня уже у дикого. Обдолбос. О, лидыкс. Прикинь. Еще лидыкс? Серьезно? Перелив. Знаешь что? Я придумал. Давай домой. Дикий мост. Все, бегу, волосы назад. Дикий мост. Надо выйти. Два лидыкса, прикинь. Подкручено, подкручено. Вот видишь, как она. Рано утречком выходишь диким, диким. То раньше встал, твои тапки, говорит. Блин, слушай. Надеюсь, это не гунны. Хотя нет, так далеко вряд ли смогут стрелять, да? Эх, не буду я рисковать, короче, даже в бункер спускаться не буду. Вообще просто прямо иду сразу же на выход. Слишком ценный лут. Слишком ценный лут несем. Хотя набрал, по-моему, в тайничок сейчас загляну. Че, я прям наступаю на него, получается. Вот он. С ума сойти. Ультра еще, прикинь. Ух, мать. Вот так можно, да? Так, вот так, вот так, вот так. Вот так, все, староканил. Хотя ГСШ выносить. Ну и пофиг че. Вообще ничего не лутано, ты посмотри. О, бронежилет есть. Круто. Офигеть, что за рейд. Спасибо, Тарков. Спасибо, я тебя тоже люблю. Доброе утро, говорит. Ну что, 8-й выпуск. Начинаем с 8-минутного рейда, в котором выносим 2 лидыкса. 2 лидыкса, прикинь. Не, я сам, если честно, в шоке. Первый раз такое вижу. Ну, давай тогда в трофейное переоденемся. То что его продавать, если можно его надеть на себя. В принципе, я за дикими собрался идти. Все, теперь молодой перспективный ЧВК у меня выходит в лес в 7 утра, чтобы светло, красиво было, да, все это дело. Вот это мы страхуем, мешок можно не страховать. Поехали. Задача простая, просто полазить по локации и пострелять дикарей. 12, по-моему, там диких нужно мне настрелять. Опа. Здорово. Здорово. Ага, окраина, говорит. Точно. Вон он, фургон. О! А вон он, дикий. Серьезно? Чего происходит в этой игре сегодня?
Я не понимаю. Я не понимаю. Так, ну по идее, по ориентирам где-то слева должна быть. А вот она, скала большая, значит вот это дом. Ага. Прикольно. А вот это ЗБ-14 передо мной. Надо диких пошмалять. Получается, один дикий есть уже, да? Так, как там было? Пикник. Да, 4 из 15. Фантастика. Высадка за домом диких. Значит, посмотрим в прицел местную округу с камней, что возле техники у бетонного забора, затем ближе к водохранилищу и вдоль него в сторону МЧС. А там, если будет доступен ВСРФ выход, то и мы воспользуемся. Ладно, нам здесь, в принципе, по большому счету-то и ловить нечего. Пойдем дальше туда пройдем за ЗБшку 14-ю. Оттуда уже будем выплясывать. Так. Как тут что у вас? Ага, о, вижу еще одного. Ух ты, как он вовремя-то, а, мансанул. Так. И куда ты делся? Позвольте спросить. О, хорош. Ага, присел за забор. Сейчас увидит меня, да? Почти увидел. Второй готов. Да, на такой дистанции, конечно. Это очень даже... Ух ты, мать твою. Да ты что творишь? Ну где ты? Где ты, а, сука? Нет? Да ты что? Ты смотри, он что делает? Он прячется и все. Козлина. Я его не вижу, он там есть. Сейчас вот он кипиш поднял, и все, вся округа знает, что здесь где-то человек лазит. Зачем? А главное, нафига? О! Сюда ползет. Окей. Третий просто так не отдался. Надо пострелять его, может там флешка какая. Что он так яростно защищался? А, так это не он. Другой. Тот-то с дробовиком был. Нет никого. Ага, вот она. Кашляет где-то.
Работа такая. Ух, нифига. С вилканчиком. А ты хорош, слушай. Не пальцем деланный дикий. Успел. Еле ноги унес. Снайпер стрелял, судя по всему, по дикому, а дикий по мне стрелял. Я уверен, что так было. Вот жалко, здесь кратность не меняется. Но мы можем вот так вот его взять. Чик. Конкретно вот для этого места неудобно. А, что-то прям на открытое это бросил, да? О! Все. Никто не найдет. Так, отсюда мы что увидим? Вот здорово, когда дикие нужны. И они прям спавнятся, спавнятся. Бодренько так. Это очень удобно. Хм. Не вижу. Того стрелка не вижу. Надеюсь, он не через левую сторону пошел. Блин, похоже, что через левую. Ладно. Блин, ну, учитывая, что там стрелок сидит, вообще нежелательно бы под этот камень лезть. Но очень хочется, позиция там очень хорошая, информацию собрать. Посмотреть, что почем. Кто где на чем. На чем почем. Ага. Тишина, говорит, пока, да? Это что такое? Это куст. А, нет, это не куст. Ой, как-то далеко. Да стой уже, куда ты втопил? Попал. Стопудово попал. Попал. О, завалил. Долго, конечно, но застрелил все-таки. Так. Какой обзор хорошеечный, да, вообще отсюда? Опа, видал какой? Опа, еще один заспавнился. Прям на глазах спавнится. Офигеть. Ну давайте, чё. Я вас ждать. Чё, куда он пошел?
Меня устраивает такой расклад. О, попал, прикинь. Да их там вон, кучатся, еще попал стопудово. Если он зашевелился после выстрела, скорее всего, попадание есть. Это, видимо, промазал. Ну, понятно. О, есть, сложил. Да и пофиг вообще, как в тире. Стоим, тупо болтовку качаем. Патроны есть. Пока, по крайней мере. Попал, железно. Чик за дерево, смотри, спрятался. Пошел лутать. Карифандра своего. Да, руки-то не железные, устают. Опа. ЧВК идет. Как он меня не увидел, офигеть. Да, первый внимательный ЧВК и все, хана мне. Давай. Выгляни налево. Давай. Эть. Не попал. Давай еще. Ну. Эть. Не попал. Да ты что, серьезно? Блин, сейчас вон он идет. Потихонечку, помаленечку. Получает полудиса. Ползет. Угу. Не понимает откуда. Сейчас вот там дикие встретятся, смотри. Но это они мне нужны. Эх, сейчас обоих убьет, зараза. Не пойму, а он за деревом, да? Блин, руки устали. Не, ну а что, интересно, как турель сел и стреляешь. Во все, что можно и нельзя. А патроны тем временем чик и закончились, да? Нормально. Что-то он не идет туда к диким. Как бы он сейчас мне не прилетело от него в ответку. Ну вот вы капец засели. А что я с вами делать-то буду? Девять, еще шестерых, говорит, надо. А, он сложил, вон лежит тело, по-моему. Блин, да так и знал. Ну ладно, что. В принципе, и так пострелял неплохо. Где теперь диких мне искать? На какой стороне пойти? Наверное, через левую, под скалу, и там вдоль гряды 100% будут дикие, да? Прям так и сделаем, наверное. Или можно как вариант танк пробежать.
О! Ай, хорош! Я так рассчитывал на вас. Пацаны, вы куда? Один. Второй. Патронов дефицит тем временем. Пару магазинов только заряженных осталось. И все. Ну классно. В любом случае, классно. Ладно, пойдем временочку глянем. Да, он, в принципе, уже туда шел-то, это ЧВК, специально как раз эту временку посмотреть, я уверен. Так что по луту мы в пролете, это железно. А вот что касается диких, вполне реально сейчас встретить где-нибудь их. Давай тогда... Как сделаем? Давай тогда вдоль воды, что ли, туда. Выйдем на ту сторону. Лесопилки. И там под грядой, я уверен, будут боты. Если нет, то глянем оттуда МЧС. Так что все будет... Как надо. А насчет тайников на развязке, кстати говоря, мне там скидывали тайм-код, где я прям возле тайника, мимо тайника прохожу, такой гордый. И говорю, что нет тайников на локации. Тайники есть, оказывается, на развязке, но поменяли, короче, места этих тайников непосредственно размещения. Что тут, флешка лежит, ждет меня? Нет, виски зато и сахар. Выпить, закусить, есть, говорит. Нормас. Вроде никого. В общем, попробую перебежать вон туда, в зелень, под скалы вон те. Там много спавна диких. Там, возможно, мы сейчас и добьем нужное количество. В любом случае, мне в ту сторону переходить, так как у меня выходы на этой стороне. ВСРФ сейчас глянем, работает или нет. Блин, как бы мне теперь подняться-то? В СРФ сначала глянуть туда. Или можно туда не идти, на МЧС посмотреть дикарей. Сейчас доберусь до березок вот этих. Посмотрю. Что у меня там осталось по диким, по количеству. Там парочка, по-моему, всего. Сейчас опять голова челюсти, да? Да. Давай, подходи. А, у меня нету. Ладно, мы тогда на пистолет, то есть еще зарядим. Пацаны, я свой! Пацаны! Ага. Ой-ой-ой.
Ай-яй-яй, ну все, на шумок прибежали, то ли челоботы, то ли ЧВК. Ну да, челобот прибежал. Ну ладно, ничего страшного, в принципе, ожидаемо. Сколько я, получается? Блин, 9 настрелял, мне всего-то осталось 1 по дейлику. А, ну пикник со стрельбой мне все равно в лес пришлось бы идти. Ладно, идем еще раз тогда. Самый дальний результативный 328 метров, представляешь? Ну и давай, наверное, Витязя выгуляем. Че он у меня грустный, лежит, не шевелится. Троечка осталась всего по пикнику со стрельбой, и по дейлику остался всего лишь один дикий. Нормас, я думаю, за один рейд сейчас быстренько сделаем. Да че у меня на эту сторону татарков? Других спаунов нет? Опять сюда заспавнил. Снова высадка возле камня с бочками и зелеными ящиками. Значит, сразу двину в сторону зеленки, где времянка и палатка. Так как оружие не для дальних дистанций, пошарю на лесопилке аккуратно. И также через зеленку на выход пойду через гряду под снайперской скалой в сторону бункера ЗБ-16. По пути, я уверен, встретим достаточно диких для закрытия квестов. А он бежит, 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 гаврик. Да, сюда лучше, наверное, так калаш брать. Ну, хотя я не рассчитывал на такие дистанции, я как раз поэтому-то и хотел сюда в лесок потеряться. Но, тем не менее, дейлик закрыт. Значит, мы все делаем правильно. Вот этот ближайший спаун сейчас хочу еще встретить. Ну все, хорош, хорош, пыхтишь. ТК Fast MT, это реплика. Это какого там он, второго класса, что ли? Защита. Первого вообще класса защита. Кто-то интересовался, почему шлемы типа не берешь Fast MT. Тут два вида шлема, ну несколько видов, но есть, короче, оригинал типа и реплика. Вот, берите оригинал, реплику, смысла нет брать. Че, неужели никого? Прикольно. Ну, значит, вкусняхи собираем. И все. Блин, или на дом диких вернуться, там двоих диких... А, ладно, в принципе, у меня еще же этот КПП есть на самом-то деле. Да и сама лесопилка непосредственно можно будет через нее. Фук. Кстати говоря, там флешка может быть у нас на палатке. Давай на палатку еще заглянем обязательно. Так вот будем на пистолетное изготовление держать. Секепка какой попадется под стрелем. Угу. Так и запишем под грядой ЧВК. Хотя, пофиг. Пусть пацанам трофей будет, если что, да? У меня там ЦМС, по-моему, больше нет дома. Ну, ё-моё. Никто не хочет идти на нашу сторону.
Сейчас посмотрим тогда КПП и секов. Блин, в саму лесопилку опасно спускаться. Там со всех сторон ее осматривать могут. Тихо, пацаны, тихо. За дерево, да, ушел? Попал, не попал? Так, а этот калашик, который под грядой был, тем временем подошел уже к временкам 1, 2, 3. Он, скорее всего, в мою сторону идет. Так что надо по-быстренькому еще пару диких, чтобы мне рисковать больше нечем было, кроме лута. И можем пробовать с пистолета закрыть его. Так, где-то слева я... А, вон он. Все, круто. Это дейлик был, да? А, нет, это пикник со стрельбой был. Дейлик я до этого закрыл. Зашибись. Значит, можем попробовать поджать. Этого калашиста. СКС откуда мог стрелять? Это снайпер со скалы может стрелять с СКС. Ага, он идет кто-то. Это дикий. Прогулочным шагом. Куда он пошел? Калашников. В 1, 2, 3? Или в обход? Через суицид. Мы можем попытать счастье, в принципе, через суицид, через лево попробовать обойти. Если он пойдет сюда, в серый ангар, я его пропущу, получается. Там еще и спина будет открыта у меня. Ага. Тозик шлепнул. Че, он назад пошел, что ли? Не понял. Ну ладно. О, на шапку цепляется. А ну. А как включить? О. Прикольно, прикольно, прикинь. На H включается хелмет. О, аптечки. О, шины. О, деньги. Так. Что там? Калашист пострелял, пострелял и притих. Может быть, его пришил этот СКС, который стрелял. Снайпер. Парам. Проверим.
Один, два, три. По-моему, Мосина я слева слышал. Опанчики. Он до сюда и не дошел, получается, да? Выходит так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, это куда мне присобачить-то можно? Нет, все-таки я пожертвую, пожалуй. Разве данные мне нужны будут, знаешь, для чего? Для установки разведцентра, там, это самое, пожалуй, дорогое, что там из всех предметов нужно. Так что мы это сейчас вынесем. И как только барахолочка откроется, там карту и эти карты разведки, купить это все мелочи уже будет. Слушай, а почему он не цепляет ее туда? Ладно, вот так сделаем. О, колбаса! Колбаса мне тоже же нужна. Ну, получается, все уже, все надо. Можно вот так сделать, да? Это сюда. Все, вот теперь железный аргумент, чтобы выйти с локации. ВСРФ, пост. Мост. Надо выйти. Как нам лучше выйти? Давай под гряду сюда, что ли, попробуем выйти. В ЗБ-16 попробую выйти. А, постой, тут же этот сейф. Где-то еще колбаса. Ну да, понятно. Вдруг в сейфе флешка еще. Нет. Ну и ладно, не надо. Все, хочу домой. Срочно. На той стороне стрельба. Вот что такое? Не по мне, надеюсь. Не по нам ли Мосина хлещет? Нет, не по нам. А, вот. Не пойму, короче, по звукам голосу. Вот черт. Вот это уже по нам. Причем пули ложились куда-то в скалу. Меня преследуют, получается. Человек разобранный лежит. Тихо. Сайга у него, прикинь. Я домой. Домой. Мне домой надо. Колбасяу нашел. Не стреляй. Я мирный. Уф, ну в какой еще игре ты будешь так переживать за палку гребаной колбасы в рюкзаке у тебя? С галочкой, на что ее вынести надо. Ту, идти, твою мать, не работает, прикинь. ЗБ выход не работает. И там СКС, он меня точно преследует. СКС это потому уже, походу, по преследователю стреляют.
Мочи его, пацаны, мочи. Идем туда, на южный пост. Будем надеяться, что машинист ушел. Нет, не ушел. Но мы знаем, что он там. А не тут. Или здесь. Да вы раздеваетесь, блин, пацаны, отпустите, а. Кто-то пошел там дикий. Колбасу домой несу, папку с разведан. Но папка не сгорит, это хорошо. За это уже не переживаем. А вот колбаса, да. Отвалится. Как делать нечего. Бородюня, давай, давай, иди по своим делам диким. Вроде ушел от погони, я так считаю. Капец, конечно, попетлять. Приходится. Ну, как-то так. Где мой тайник? В тайнике. Наушники. Зубная. Понял, да? Я не ушел от погони. Беги, дурак! Фу, пристал, а? Как банный лист. До самого выхода гнал меня. Негодяй. Фу. Вот он, прогресс-то какой. 16,5 минут, около 2000 опыта. Пятерых диких в голову настреляли и закрыли квесты. И, кстати, дейлик тоже закрыли. Продразведка, соленый пес, передаем колбасяу. И теперь можем спаржа 2 магазина, гашана 6 на Никитской. Это на улице Таркова надо сходить. Дейлик с устранением диких 10 из 10 мы закрываем. Получаем небольшой приварок к лояльности егеря. Пикник со стрельбой тоже закрываем. Дикий лес 15 штук. Готово, завершаем. О, слушай, у меня, кстати, прапор у дейлик есть. Выжить, выйти на локацию улицы Тарковой, выйдя через двор колодец. Может, сходим на улицу Таркова тогда? Погнали, улица Таркова, 14.59 нам время подходит, и все. Наша задача осмотреть 4 супермаркета, магазина этих самых, да? И если будет возможность, постараться выйти на двор колодец в выходе. Так. Что ж такое? Куда ты меня, Тарков, высадил? О, слушай, я прям на дворе колодца, что ли? О, он работает, прикинь. Слушай, а что если мы просто закроем сейчас этот дейлик? Че, были? Так. Выжить на лак... Кации, выйдя через дворка, блин. Выжить прям надо? Прям вот выжить, да? А пофиг, давай рискнем. Как раз ответим на вопрос, если вдруг возникнет у кого такой, будет ли засчитан этот дейлик, если прям пробежка будет. Естественно, пробежал и даже минуты не пробыл на локации. Сейчас мы будем посмотреть, что у нас с дейликом произойдет. Бам! Выжить на локации, выйдя через двор колодец, не засчиталось. Надо, короче, пацаны, чтобы статус выжил был, а не пробежался. Понял. Так. Примерно то же самое, только под другим соусом, что ли. А, блин, тут просто появился, уже все лагает. Надо сначала, короче говоря, сходить проверить, я считаю. Хотя ладно, это будет в любом случае по пути, я так думаю.
От точки высадки недалеко ЖК «Конкордия». Туда пойдем глянем Гашан местный, затем пройдем до Спаржи, что на Чеканной, потом вернусь к кинотеатру, чтобы проверить, работает ли выход двор-колодец, и отправлюсь в «Шестерочку», и там же рядом четвертая точка, магазин Спаржи при отеле «Пайнвуд». Выходить с локации буду по ситуации. Если двор-колодец не будет работать, то уйду по реке в коллекторе. Так. Какие планы? Блин, что-то в голове все крутится, вертится. А на язык не попадает. Значит, сначала смотрим Гашан, который здесь, в Конкордии. Блин, да чё так фризит-то, ёлки-палки. Где оптимизация, ё-моё? Да ну, я ушел уже оттуда, черт не знает куда. Хотел пистолет достать. Может, я зря гоню, может быть, на самом деле там простреливается. Что там, эти фанерки, да, туда-сюда. Походу, просто прострелил, да и все. Все, Диса готов, заряжен снова идти на локацию улицы Таркова. Значит, отправляемся туда же, на улице Таркова, за ЧВК. И пойдем снова смотреть эти четыре магазина. Теперь ранним утром идем. Может быть, не так душно будет на локации. Ой, я опять в этом, как его фамилия? Магазинчики, которые... Ну, зато сразу узнаем, работает... А, нет, это не тот магазинчик. А, нет, тот. О, работает. Отличности. Так как выход, двор-колодец, который нужен, активен, решил пойти сначала в Шестерочку и в Спаржу, что находится на одной улице. Затем вернусь на Исходную и чухну в сторону Конкордии в магазин Гашан и на Чеканную в магазин Спаржа. Если все пройдет гладко, на обратном пути до выхода накидаем в мешок все, что не прибито и не прикручено. В общем, свой хабар мы всегда найдем. Блин, на улицах Таркова просто квесты делал всегда. Мало тут играл. Не знаю, ни тайминги, ничего. Ни спавны. Опыта маловато. Заргяза. Ладно, давай тогда сначала... Пам-парам-пам-пам... Здесь Шестерочку сейчас посмотрим. И в Пайнвуде посмотрим магазинчик. Так. Есть контакт. Насколько я помню, необходимо будет осматривать, если помер, все заново. Если мне память не изменяет. По-моему, в разных рейдах посмотреть это все не получится. То есть, если погибнем, то придется снова идти в ту же самую Шестерочку. И Пайнвуд, и прочее, прочее. Как неприятно фризить. Блин, вот я поэтому и не... Не хочу здесь играть. Ну, не нравится мне здесь. Нет комфорта. Ну, посмотри, ну, что это все рывками. FPS 60 показывает, а тут нет 60. Причем это не проблема видеокарты там или оперативы. Якобы процессор не справляется. Такой юмор. Так, Спаржа. Ну давай, есть, засчиталось. Так, еще одна Спаржа и Гашан находятся на стороне, где Конкордия, вот эти новостройки. В том направлении. Поэтому можно будет вернуться так же, как и пришел, наверное. Просто прямиком идти
Есть опасения, это снайпер. Есть опасения, что там могут быть боссы, шмоссы. И там, помимо боссов-шмоссов, еще и чевыки частенько ходят. У них там интерес нездоровый ко всей этой делюге. Поэтому я предпочитаю обойти все это дело. Примерно. Блин, по какой стороне? По ближней, по дальней пойти? Ладно, сейчас походу разберемся, ничего страшного. Сильно далеких планов строить бы не стал. Тут на минуту-то вперед строить планы. Такое себе. Так. Значит, потихонечку вдоль улицы. Вот тут, да? Блин, бегу прям как на ладони, елки зеленые. Ну, нуб, чё? Чё тут говорить? Нуб, я на улицах Таркова, нуб. Вот и хожу по нуботропинкам. Короче говоря, хочу проскочить чик вот так вот. И как в прошлый раз, где меня убили. Там, в принципе, недалеко. До Гошана оставалось. До второго магазина. Их посмотрю, и потом в этом же направлении, если там все окей будет, в этом же направлении вернусь. И на выход. Может быть, зря я это все бегом бегу. Ну, я к тому, что прислушиваться, там инфу собирать. На обратном пути пойдем, надо будет заглянуть в этот ангарчик, лута собрать, да? Там технобовские всякие вкусняхи должны быть. Есть кое-что. Бон аппетит. ОФЗшка. Таких нам надо будет 5, что ли, штук. Вроде того. А через этот забор он точно не перелезет у меня. А мне бы во двор зайти там. Ну хотя он на углу практически. Тут теперь сквозные эти помещения, что ли? О, точно, смотри, нифига себе. Через эту парикмахерскую можно. Прикольно. Прикольно. Так. Короче, смотри. Вон там Гошан. Тунды мне надо попасть. Можно было бы здесь пройти, да? Да.
Да, блин, была бы оптимизирована локация. Я бы здесь с удовольствием бы лазил, пропадал бы, изучал бы ее. И маяк в том числе. Я не могу, мне некомфортно играть на этой локации, на маяке. Что это теперь? Здесь кто-то был? Или есть? Не слышу никого. Или он и так открытый всегда? Так, готово под задачу. Задача готова. Остался последний магазин. О, тушеночка. Я, наверное, эти все тушенки соберу, прежде чем откроется у меня квест от терапевта. Прибавилось квестов начальных. Теперь хватает времени, чтобы просто найти эти тушенки все. Так, короче, мне знаешь, что надо? Вот это вот здание. Там последний магазин, который меня интересует. И все, и можно будет идти на выход. Странно, ни души вообще. А, нет, кто-то есть. Отлично. Вот он. Последний магаз. Ну. Круто. Все, квест выполнен. Можем смело разворачиваться и идти домой. Если у нас получится выйти во дворе, то мы еще и дейлик закроем. А по пути назад, как и планировал, я хочу полутаться. Места у меня предостаточно. Блин, нет, тут не буду. Ты хотел настройки тут поковыряться, но там диких куча заразы. Не хочу лишний раз привлекать к себе внимание дикарей. Хочу постараться выполнить дейли квест, чтобы опыта дополнительного еще отсыпали пару тысяч. Это нам что даст? Это нам даст возможность быть ближе к барахолке. Динозаврик. О, бич-пакет в летнике, в кафешке в этой. Доллары. Ё-моё. По идее, улица Таркова тоже кормят, причем здорово так кормят, да, по луту? Ну, естественно, если знать, где кормиться. Я вообще первый раз в жизни здесь, в этом помещении. О, флис. Протрем пол дома. Убежище.
Угу. В падик выход. Ну что, все достаточно, я думаю. Насобирали барахла. Что нам? Вон, лапша, в принципе, нам не нужна, да? Вот. А я еще хотел там техснабовские всякие ящики посмотреть. А вместо уже тютю. Все равно давай глянем. Нелутабельно. Непрыгабельно. Неоткрывабельно. Заходибельно. Чё там, брат? Чё греешь? Ух ты. О, да ладно. Ничего себе, какую штуку нашел. Так. Вот это, наверное, скинем, да? Спычки мне не нужны, скорее всего, больше. Но сюда я даже если перекину, его не вынесу, да? Да. Классная штука, слушай. Мне же ее, кстати говоря, надо будет еще потом для убежища. А, она не кладется сюда? Кладется. Все, тогда заныкаем, даже если помрем. Пожалуйста, свеча зажигания, парим. Как его там? А по авторему нужна будет. Там 8 штук надо будет целых. Брат у тебя? Что у нас тут? Да ничего интересного практически. Так вот. Чуть мимо болтиков не прошел. Неплохо, неплохо. Вон еще второй ярус есть, да? Не открывается. Уже тяжеленький чевок чувствуется. Брат у тебя. О, картотека есть даже. Для начала вот этот ящичек глянем. Ну все, вкусно, вкусно по луту. Ой, отлично, вот эта вот штука тоже нам по квесту потом нужна будет с галочкой. Не скоро, правда, но зато уже будет готово. Вот так вот. Куртка нелутабельна. Да ладно. Спасибо. Заберем. Синоморф бы какой-нибудь. Но его тут нет, конечно. Блин, слушай, а может быть свою броню-то куда-нибудь выкинуть в плане спрятать? Это что-то я прям на видное место ее бросил. Хотя бы маломальски скромно куда-нибудь в окно, что ли. Ой, елки-палки, понятно.
Ну или фиг его знает, хотя бы сюда куда-нибудь, что ли. Ну, да. Спрятал, конечно, оригинально. Ну, хоть так. Ладно, let's go домой тогда. Попробуем вынести хотя бы то, чем уже разжился. Ну, вон еще есть чуть-чуть. Что поглядеть. Вот, GP, пожалуйста. Вот рот. Рейд этот можно было бы взять. Он, я знаю, что на солево меняется. Бартерится. Водява, ё-моё. Волына. Пойдет. Поиски, говорит. Ну вот, в принципе, и все, да? Неплохой такой пятак. Очень даже неплохой. Залетел, полутал, полный мешок не собирал. Причем вполне нормального лута. Да, не биткоины. Но то, что надо. Блин, как ужасно все дерганое, рваная вот эта картинка, блин. Когда уже до ума доведут игру, а? Комфортно играется только на старых локациях. Лес. Таможня. На берег еще не ходил в этом вайпе. Развязка. Там все нормалек. Ты посмотри, диких не видать вообще, да? Тишина. Хороший рейд я выбрал. Хорошее время для выхода. Для вылазки по своим квестам. Лучше и не придумаешь прям. Все, зеленый фаер горит. Значит, выход работает, да? Значит, выход работает. Зашибись, я еще и дейлик закрою. Вот это дело, вот это хорошо. Снимаемся. Как по мне, рейд получился очень даже ничего. 22 минуты, да, не стрелялся, не убивал никого, и меня никто зато не убивал. Главное, что я сделал свои задачи и спокойно вышел с локации. Выжить, выйти с локации улицы Таркова через двор-колодец. Это мы сделали, здесь мы забираем тоже полагающуюся награду, в частности, опыта 4600 ждает, неплохо. Зато мы продразведка закрыли, колбасу соленый пес нашли в лесу, вынесли, сдали, и только что 4 магазина посмотрели, вышли с локации, все отлично. Потихонечку теперь подваливают квесты на улицах Таркова. Снова говорит, отправляйся туда, покинуть нужно будет локацию через выход улица Климова, где зеленый сигнал нужно использовать. Можно смело говорить, что в следующем выпуске я открою барахолку и наведу порядок наконец-то в схроне. Часть предметов я продам, которые мне не нужны, так как сейчас их торговцам слишком дешево продавать. На барахолке они за хорошую сумму идут. Закупимся хорошечно предметами для улучшения убежища, увеличим схрон, заживем, пацаны. Ну а на сегодня у меня все. Благодарю всех за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Спасибо за вашу поддержку, за ваши пальцы вверх и адекватные отзывы. Приятной вам игры и хорошего настроения. До следующего выпуска. До свидания.